Всем привет, дорогие друзья, с вами Ломбард, и мы продолжаем с вами играть в Farming Simulator на карте Multimap. И, ребят, короче, у меня есть маленько печальные новости. Повозился я с сечкой, с силосом, со всем этим добром и понял одну такую простую вещь. Ребят, то ли у меня руки и жопы растут, то ли я просто не буду этим заниматься. Реально, слишком муторно, слишком как-то все... Ну, слишком для меня, я не знаю почему-то. Ну, вот не идет это все дело, поэтому, наверное, биогаз мы с вами, наверное, продадим. Продадим, потому что, ну, его нахрен. По поводу комбайна, ну, комбайн также продадим, он нам просто уже не понадобится. Поле номер 9 можем оставить у себя, поскольку, ну, блин, поле большое, и, опять же, на нем что-то можно будет в дальнейшем засевать. Но есть и хорошие новости. Новости в том, что сахар, слава богу, ребят, у нас продается. Кстати, я уже закрыл там 1300 кредита. Да. Ну и как бы можем еще, ребят, еще можем отдать им нормально денег банку, чтобы уже по чуть-чуть решать этот вопрос с нашими долгами. Сахара у нас на данный момент хватает. У нас практически там заполнено хранилище, да, на сахарном заводе, плюс у нас еще поле не убрано, короче, у нас еще много работы, еще есть что делать по поводу сахарного завода. Вот, ребят, давайте я открою, посмотрим. Вот, тут, пожалуйста, тут еще 600 тонн свеклы, также вон патоки 150 тысяч литров, ну, вывезем, не вопрос. Моносмесь по чуть катается. Ну и сахар. В принципе, вот у нас ходка. И плюс еще одна ходка будет. Так что денег у нас, в принципе, нормально, ребят. Так что рано нам еще волноваться в плане денег. Что, собственно, да, мы будем делать дальше? Значит, скорее всего, биозавод. Завод производства биогаза. Да, мы продаем. И покупаем что-то другое отдельное, я не знаю, все что угодно, но только не биогаз. Мы уже давно, я еще с самого начала хотел, да, пекарню, либо пивзавод, и все, как-то руки не доходили. Потому что для этого нужны поддоны. Вот, наверное, поддонами мы с вами и будем заниматься для начала, а дальше уже начнем или же пекарню, или же пивзавод, надо посмотреть, что там лучше, и как там проще, и все это, короче, тоже займет несколько серий и множество времени за кадром. Но все же там будет проще, чем это сделать, например, вот тут. Поэтому все что угодно, ребят, но только не биогаз. Пока побрыжим сахаром, большую часть, конечно же, за кадром и раздам долги. Раздам долги, потому что нам деньги еще будут нужны. Ну, а сахар у нас, слава богу, со свеклой у нас все в порядке, сахар продается, так что мы практически, да, сахарные магнаты. Что-что, а этого добра у нас хватает. Вон, выгружает сахар, так что в этом плане мы можем с вами не волноваться. По поводу техники, опять же, ребят, да, наверное, даже сразу продам, где наш силоуборочный комбайн, потому что, ну, реально, ну, не знаю, ребят, ну, не идет мне, за 300 тысяч можем еще отдать, ну, давайте, почему бы и нет. Далее жатка, где жатка, также продаем жатку, да, и, как бы, ну, без вариантов, не буду я этим делом заниматься. Возможно, я еще как-то попробую на тестовой карте, да, это все сделать. Но не так, ребят. Вот, кстати, по 30 тысяч на данный момент мы с вами получаем с продажи сахара. Ну, вполне нормальные деньги. Так что париться нам особо не надо. Так, и то это 30 тысяч, это с кузова, плюс еще был прицеп, так что 60, отлично, просто отлично. Так, я хочу отдать денежку. Все даем в банк, гасим долги. Вот такой сахарный магнат, который гасит долги. Ну и того уже, да,
Ну, лям 800 где-то, лям 700 останется у нас. Все-таки не 3, как было, так что, ё-моё, это хороший результат. Также топливо, ребят, у нас вполне отлично, да, идет производство топлива. Так что тут тоже надо заметить. Правда, вот я не знаю, почему-то он постоянно вот тут останавливается у нас. И мне приходится его перезапускать. Я не знаю почему, я опять же перепроверю все настройки и все это собираюсь сделать, но никак не сделаю. Также я бы хотел посмотреть, что у нас по топливному заводу. Топливный завод. Открыть меню. Ну, нужна канола и подсолнух. Подсолнух у нас еще вроде бы был, а вот канолы у нас нету. Значит, нам надо поле засеять, ребят. Иначе никак. Ну и также еще, да, 240 тысяч литров у нас еще есть. Так что не бедные мы с вами, не бедные. Даже если с долгами будем рассчитываться, все равно не бедные. Ну, как-то так, ребят. Опять же, мы вернулись, да, на круги своя. У нас, опять же, биотопливный завод и сахарный. Про биогаз мы просто, я не знаю, ребят, забываю. Забываю, потому что просто не хочу. Поэтому меняем планы. Ничего, такое в жизни бывает. Ладно, ребят, это, в принципе, последние новости с фермы. Пока, опять же, возвращаем долги. Дальше уже будем о чем-то думать. С вами был Ломбарди, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и до новых встреч.